Накануне новогодних праздников Дед Мороз со Снегурочкой приходят в гости к семьям сотрудников полиции, находящимся сейчас в длительной служебной командировке. Приходят главные новогодние персонажи по просьбам ребят и, конечно, не с пустыми руками. Дети, как положено, в ответ готовят песенки и стихотворения. Я письмо пишу, грузовик с прицепом, нужен малышу, черненькие сыны и прицепа три, длинную машину ты мне подари. Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой будет ходить в гости к детям полицейских, исполняющим долг в других регионах, вплоть до Рождества. Поздравляем всех жителей города Рязани и области с наступающими праздниками, с Новым годом, с наступающим Рождеством. Желаем всего самого хорошего, наилучшего, всех-всех житейских благ.